Взрыв произошел сегодня утром в многоквартирном доме в Заволжье. Пострадали 4 квартиры. Разрушены стены плюс повреждения от огня. Первая же версия — взрыв газа, но происхождение газа не ясно. Хозяева квартиры, где произошел взрыв, в тот момент были на работе. Соседи находились дома. С соседом из пострадавшей квартиры мы пытались осмотреть то, что осталось от его жилья. Вот эту дверь, вот эту стенку стояла. Эта комната была детская, она не маленькая, вот как раз прям по окну. И там уже следующая квартира. Это квартира, в которой взорвалось. А там, получается, вот это уже ваша квартира? Там. Следующая и еще одна из соседнего подъезда. Хлопок такой был. А мама как раз, она вышла на кухню. Вот буквально, наверное, за минуту до того, как стена к нам сюда прилетела. Сейчас, знаете, я могу пройти, зайти в свою квартиру, а выйти из соседнего подъезда. По всему залу стояла стенка. Ну, там... советская еще, старая. Так вот, эта стенка сейчас у соседней стены лежит, вместе с стеной. У соседней квартиры тоже стена улетела. Дома было дымно. Дома было очень дымно. Неизвестно, по какой причине взрыв произошел. Вот есть информация, что газ взорвался. Так ли это? Ничего не известно пока. Вот есть информация, то, что взрыв газа произошел. Не было, однозначно не было. Плита целая и колонка целая. Холодильник выгорел весь. Значит, ну, причина устанавливается. В общем, газовая плита целая. То есть, ну, как будто бы с ней ничего не было. Газовая колонка тоже целая, а холодильник разорвало в клочья. Вы дома были в тот момент? Нет. На работе? Дома никого не было. Насколько сильно пострадала квартира? Без комментариев. Что выгорело? Сколько комнат? У вас есть версии, из-за чего это могло произойти? Вот есть информация, что холодильник взорвался. Он был исправен? Произошло возгорание, в результате которого произошел хлопок газа. Газа не бытового, потому что утечки газа здесь не зафиксировано. Скорее всего, произошел взрыв результатов горения, тления пластика, который был в квартире. Так как в отделке квартиры использовалось много пластиковых элементов, скорее всего, в результате горения либо тления сформировалась некая масса газа, которая затем при поступлении кислорода произвела хлопок. В результате происшествия пострадало 4 квартиры. В общем, что это за отделочные материалы, тление которых приводит к взрыву, который разносит 4 квартиры, неясно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Критических повреждений дом не получил. Пока хозяева пострадавших квартир будут жить у родственников. После детальной экспертизы они смогут вернуться.